Ребятушки мои, иду к метро, к зеленому сегодня, вот поэтому вот сегодня я еле-еле нашла место все-таки, и не очень-то и близко, скажем так. Иду показать вам действительно, как нам все уже закопали полностью, то есть тут было все разрыто, но уже все закопали. И я хочу вам это предъявить, как доказательство, да? Вот, ну я понимаю, что вы мне не верите, а посмотрите, как тоже здание, да? Смотрите, как здание... Там обязательно у нас, да, эти штуки. Может быть, я вам его снимала, но я просто хочу показать вам, как его завуавалировали. Завуалировали. Короче, вы видите арки, да, все. Блин, ну что за слово? Не поддается мне никак. Ай-яй-яй-яй. Завуалировали. А туда, если бы видели, как идет далеко. Слушайте. Ребята, вы не поверите, но там здание. Вот это вот то, что мы стоим, там здание. Посмотрите, там двери. И там идут лестницы. Внизу. Там просто здание. И дальше туда идет очень глубоко лестница. А вы даже не представляете, как глубоко идет эта штука вообще. Но это 30 метров, слушайте, я жалко, что вы не видите, блин. Ну вот, я не знаю, присмотритесь. Вы посмотрите, как глубоко идет. Видите лестницы? Обалдеть! Смотрите. Офигеть! И что, бункер, что ли, блин? Обалдеть! Ребята, это только как бы минус один, а там идет, извините меня, 40 метров вниз. Центр города. Как тут все? Понимаете, как тут все вообще ужас. Раскопано. Все так же. Я иду, я никогда в жизни не обращала внимания, что как глубоко идет-то вообще-то. Просто. Лучше не смотреть, потому что по этим железякам я тогда вообще не смогу проходить. Ужасти какие-то. Кошмар. Ребята, там тройной уровень. Там, представляете, вот там сетка тоже. Дальше еще сетка. То есть я только я, ну, стоя на моей, еще две сетки вижу. И, скорее всего, еще есть то, что я вообще не вижу. А, нет, вот это вот еще не закопали. Просто я в тот раз заметила, тут очень хорошая стена. Это еще не закопали, но закрыли. Посмотрите, настилами закрыли. Это еще не закопали до конца. Сейчас мы тут... Здесь и чего? Ну, там есть, вот видите, пробиваются кирпичные стены. Посмотрите. Знаете, она мне вчера... Вот это очень плохой посыл такой, да, она послала, что как бы... Теперь я неспокойно снимаю в плане именно людей, своих же нормальных. Ой-ой-ой. Там вообще идет, конечно, стена кирпичная, вот. Но она так в глине вся. Вот тут остался кусочек, вот тут, вот. Вот, поглядите, кладка вообще кирпичная идет. И там очень хороший кирпич, посмотрите. Видите? Вот. Тут куча машин, если на меня смотрят, блин, что я делаю? Вот классно вот так вот попадать в аварию. Я уже просто смеялась. Вы знаете, как можно попасть в аварию? Вот, например, тебя заклинит что-то посмотреть, какую-то ерунду. Я уже себя сколько раз ловила на этом. И вот, слушайте, я еду, рискую тем, что я вообще делаю огромную аварию ради того, чтобы посмотреть какую-то ерунду. И вот так вот люди вот попадают в аварию, понимаете? На самом деле, не таких каких-то столкновений. Ну, каких-то там вот почему-то судьба, карма, это. Нет, на самом деле все идет. Как бы, вот я вам хочу показать то, что мы видим в колонию. Я вам обязательно покажу, сколько я нашла. Вот этот, посмотрите, видите, столб. Вот, посмотрите, он как идет, как. Он идет по канал. Это я в сторону отвожу камеру. Видите? А так идет он.
как я и предполагала, он идет как столб там. И таких вчера вот я с собакой гуляла, просто, ну, наверное, 100 нашла. Ну вот, вот смотрите, вот здесь еще не закопано, извиняюсь, конечно, я думала, уже все закопали. А вот уже там, где я начинала показывать вам, это было в понедельник, вспомните, уже было все. А поглядите, куда идет, видите, кладка. То есть еще есть возможность посмотреть на кирпичную стену, да, которая идет вниз, видите. Вот. Вот так вот. Так, сейчас мы пойдем. Хоть мне нужна вообще-то, если мы кирпичики, которые вы хотите снимать, мне нужна вообще-то красная линия. Ну ладно, поеду я сегодня на красную. Ничего, не последний же день снимаю. Я и так вам уже надоела, блин, своим присутствием постоянным. Но мне просто хочется, хочется с вами быть. Вот такая я, блин. Как это, блин. Но это ваша заслуга, ребята. Вот тут еще цветочки можно будет еще прикупить. Вот это цветочки, которые у них висят, кстати, один из которых я изгубила. Но мама мне говорила, кстати, что... Вот видите, вот этот вот ползучий, который вот этот ползучий, видите? Мама мне сказала, что он как бы нехорошая у него, не очень хорошая функция. Он как бы энергию забирает. Ну, не знаю, но здесь красивые цветочки у них, да. Вот и геранька здесь, посмотрите, какая разросшаяся. Но мне надо самой, знаете, как бы... Знаете, это когда-то я смотрела фильм про сумасшедших, я уже говорила вам, по-моему, может быть, в одном видео, не знаю. Просто вы уж извините, я тоже могу повторяться, что типа ты вылечился, если ты выполняешь три условия. Ты смог за 2 года, значит, не разрушить отношения с кем-то, да, не, значит, вырастить какого-то щенка, то есть взять и до 2 лет хотя бы его вырастить, он не умер, ты его не отдал, и там это, он не убежал, он не испарился. И, значит, и если ты не погубил растение, вот. Поэтому фиг знает, фиг знает. У меня растения долго они уже были, кстати. То есть мама уже уехала как 2 года, получается, 1,5 года. Так, ну, в общем, я тут в метро, ребята. Не знаю, вы уже привыкли. Не знаю, могу ли я снимать. Так, вот здесь покупаю билет. Это что, не знаю, куда мне надо ехать. Подождите, мне надо ехать. К кирпичам мы едем, да? Дождя нет, давайте, ладно. Едем к кирпичам. Что такое? Не хочет принимать мои 2 евро. Не знаю. Да, пошло. Нет, ты гость. Давай. Придется заплатить. Не принимает у меня монет, представляете? Придется заплатить картой. Вот, вот. Искусственный интеллект уже как бы заменяет денежку. На карте, да? Вставляем карту, что делать? Я сейчас хочу вам дать послушать, как нам, как нас. Вы знаете, что теперь уже? Они уже, знаете, как говорят, там, не пожалуйста, не носите маски, там это. Они уже говорят, первое, маска всегда, везде, обязательно. Я вот хочу вот проехать, чтобы вы услышали вот это вот. Это чей? Я тут болтаю, а он честно мне предлагает забрать мою карту. Чего бы, молодец. Ну, потому что там нечего брать, там, что, сказал, какая-то, уже там все просканировал, все сказал, да? Какая-то ерунда. Не надо нам этой карты. Забирай ее, эту вонючку свою. Ладно, иду я на красную линию. И выйду я где? Где-то я на Кардузе нашем любимом выйду. Вот. Я хотела... И сейчас я не хотела снимать никакие извилистости,
потому что я это оставлю на зеленую линию. Красную мы уже более-менее сняли. И к тому же, если уж снимать теперь красную, то теперь вообще нужно проехать с первой, с последней остановки до последней остановки. Вот, чтобы все вот прямо вот как бы заснять. А сейчас мы... А зеленая это гораздо... Вы смотрите, видите, мы на первом уровне, видите, он показывает, смотрите, что вторая линия метро внизу, видите. То есть она как? Надо идти вперед и опускаться еще вниз, чтобы попасть на зеленую. Ну вот тут нету никаких ниш. И смотрите, какие узкие, да? Какие узкие. Я-то думала почему-то, что на самом деле... А, они здесь расходятся. Это не такие же, они узкие. Подождите. Вот, так они широкие. Интересно, почему у них... Почему у них в середине есть еще это? Поглядите, как тут интересная система. И сейчас я посмотрю, полые ли они. Нет, они, наверное... Давайте посмотрим, полые они или нет. Или они... Вот пока я не вижу соединения никакого. Знаете? Ребята, я не вижу, чтобы они прерывались. Вы поняли? Смотрите. Вот это уже... Нету. Нету, ребята, нету. Вот я иду уже, сколько я прошла? Я прошла вот 50 метров, вот 20 метров я прошла, да? Больше. Я прошла метров 30. И нету ни одного соединения между рельсами. Ни одного, смотрите. Ребята, я не вижу. Вот, первое соединение я вижу. Вот, вот. Вот, я вижу первое соединение, видите? И то, это всего вот в середине, которое. Больше я не вижу пока. Смотрите, полое, полое идет. Это сенсация, ребята. Сенсация. И... Так, идут, трамвай идет. Ребята, открытие сенсационное. Метро. Я не видела соединения рельсов. Так. Я сейчас сяду и на себя камеру переведу, потому что вот так вот надо. Потому что если я хочу снимать... В поезде я хочу, чтобы вы послушали, что гутарит этот микрофон. Ну, чтобы вы постоянно были со мной на связи. Извините, что вы меня видите в маске. Слабонервно не смотреть. Те, кто очень сильно переживает из-за того, что у нас на лице у человека намордник, можете не смотреть. Ну, господи, там уже... В общем-то, у меня уже остались люди, которые нормально к этому относятся. Вот. Сейчас будет как бы... Я хочу, чтобы вы послушали разговоры ее. Сегодня я не буду выходить на Самбабила, потому что вроде у меня нормально относится с туалетиком. Хорошо, что я еще не в черной шапке, я поменяла, потому что она уж, по-моему, слишком вообще я сильно похожу на террориста. Да, метро как бы неприлично разговаривать. Но я надеюсь, что сейчас она начнет говорить про маски. Вот они прямо так, знаете, первое, маски всегда и везде. Это вообще второе. Никогда не приближаться друг к другу. То есть уже, понимаете, уже просто как это, они уже не предлагают ничего. Они просто уже в командном тоне тебе говорят. Это, конечно, очень ударяет по мозгам. Вот. Смотрите, суки такие. Не говорят, блин, пока ничего. Вы уж потерпите. Ребята, вы поняли, что я сделала? Так, куда надо смотреть? Я сделала офигительное открытие. Сейчас мы проверим это еще на трамвайных. Но я сейчас не увидела стыковки у
полос. Метро, метро, это мы метро. Это не трамваи. Жду ее выступления, но она этого выступления пока мне не организовывает. Porta Venezia. Apertura porte a destra. Door open on right. Reggetevi ai sostegni. Please hold on to the handrail. Что у них сегодня? Не рабочий день, что ли? У этого микрофона говорящего про дисциплину, которую мы должны соблюдать. Ничего пока нет. Слушайте, представляете, уже две остановки едем, ничего пока не говорят. Удивительно. Ждем-с. Знаете, сколько меня маргеланов уже залезло, блин, все командуют мной там, все там. И у меня такая черная маска, а внизу белая, да? И получается, что там вообще просто. Да еще я еще купила ее у китайцев. Ну, потому что мои маски уже мне уже забивались просто все, нос и все. И все, все маргеланы мира ко мне уже мозг залезли. Поэтому я уже начала и про криминалов тоже. Типа, давай говорить все, что знаешь, да? Мы командуем тобой. Ребята, это троллинг натуральный, потому что, ну, это просто атас, понимаете? Люди первый раз увидели микроскоп вообще. Но, я не знаю, если на это повелись люди, которые знакомы с биологией, с химией, то я не знаю, конечно. Потому что в любом, они ничего не понимали, что в любом куске вообще можно найти всего полно. Они что, этого не знали? У них это открытие, извините меня. Мы полны вообще червяков и всего там. То есть, троллинг наглый. Я жду эту. Она, смотрите, нифига. Не ведется вообще на просто. Только что заботятся о том, чтобы мы не упали, да? Вот, мой туалетик проезжаем, но пока я... сегодня он мне не нужен. Ждем с их выступления. Ай, жалко, что-то они... Скоро мне выходить, а никаких позывов дисциплине нету. Самим надоело получать это постоянно, не знаю. Тогда, когда я ехала, хотела вам заснять, они говорили это через 5 секунд. Вот, смотрите, молчат. Как рыба, блюд. Пошли делать выкрутас. А, блин. Пошли делать завороты, кстати. Сразу не сказали по поводу масок. Удивительно. Весь
есть мое видео на 20 минут. Прошло просто зря. Сейчас будем снимать. Смотрите сзади, сейчас будем как заворачивать. Смотрите сзади меня, потому что они не любят, когда их снимают. Что значит, станет мне закрывать проход? Смотрите сейчас, как будет заворачивать поезд. Так и не сказала ничего про маски. Это ворона такая. Не надо выходить. Мы здесь на карбузе стоим. Где были арки? Сейчас пока поезд. Смотрите, как сейчас поезд куда пойдет. Как он будет заворачивать там. Смотрите. Ой, смотрите, подожди. А здесь, смотрите, он. Я вам еще раз покажу арки. Тогда я вам плохо показала. Сегодня я вам покажу хорошо арки. Ребята, давайте посмотрим здесь на пути. Я не вижу ни одного скрепления. Ни одного скрепления. Извините, я сейчас покажу. О, боже мой. Что это? Куда-то зашел какой-то дверь, мужик. А, вот скрепление было одно. Но это в середине, ребята. Только в середине есть скрепление, видите? Вот. А других скреплений нет. Я сейчас покажу вам ниши. Хочу вам показать, как сделано. Видите, там идет, видите, смотрите. Смотрите, вот что это. Вот что это. Это явно идет стена какая-то, смотрите. Видите? Извините, хорошо не получается снимать. Уж как. Видите? Это явно кусок от стены. Галька тут, смотрите, гальки полно. И огромные арки, поглядите. Огромные арки. И пошли туда арки, видите? Везде арки. Не просто свет, а именно арки, ниши. Видите, ниши. Так, мне надо отойти, потому что поезд сейчас идет. Извините, блин. Хотела уменьшить его как бы резкость, но... Ребята, я сейчас сегодня все лучше и лучше вам начинаю снимать. Я считаю, что если изучать что-то, надо возвращаться несколько раз показывать. Вот я сейчас вам снова показала ниши, понимаете? Вот. И это, как сказать, очень показательно. Сейчас я выйду в метро, выключу видео и включу уже, потому что буду такими небольшими этими. Я заметила, что 33 минуты, 33 и 11 секунд у меня часа 2 заряжается. А как только меньше, вот как только 20 с чем-то, заряжается очень хорошо. Но вообще такая тема именно уже закончилась. И может кому-то даже неинтересно будет смотреть, поэтому зачем его мучить как бы это этим видением, если, в общем, если как бы будет, можно будет смотреть другое. Поэтому, ребята, на этом я вот я выхожу на карбузе. Я вас с вами прощаюсь, я пойду быстренько дойду до этих кирпичей, потому что я вам их обещала снять. А так бы я, конечно, сегодня метро бы покаталась бы. Мне вообще нравится очень сильно метро снимать.
потому что все плохо смотрят, но метро почему-то никто не возмущается. И мне нравится как бы их, как это, свидарить, как это по-русски. В общем, делать свое дело, да, смотреть на них, ну, как бы делать вид, что как бы я ничего не делаю. И чтобы они нервничали, понимаете? Вот. Да, дождь идет такой, но небольшой, поэтому... Вот наша домка с капсулами, да, торчит. Знаете, мне надо наводить на эти объекты, потому что тогда люди думают, ой, дура такая, знаете, ходит дома, снимает нехорошую погоду. Вот посмотрите, вот только что, вообще орал как бешеный, а уже простенько стоит вот. То есть, ну, понимаете, включает свою эту дебильную глушилку, только, не глушилку, как... Только для того, чтобы нас нервировать, действительно. Ладно, ребята, все, снимаю, это видео снимаю, в смысле, выключаю и заливаю новое.